Сейчас мы открываем пророк Еремия, глава 17, стих 21. Это еще один закон для этого дня, субботний день, тоже называет шабаш. Сейчас мы послушаем очень внимательно. Пророк Еремия, глава 17, стих 21. Так говорит Господь. Берегите души свой и не носите нож в день субботний и не вносите их вратами иерусалимскими и не вносите нож из домов ваших в день Еще раз. И не вносите нож из домов ваших в субботний и не занимайтесь никакой работой но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, Аврама, Исаак и Яков, или, и тоже Моисей, или Сар Давид. Они все соблюдали этот закон. Это очень нужно, что мы будем соблюдать сегодня. Еще раз. Еремия глава 17, стих 21. Так говорит Господь, берегите души свои и не носите нож в день субботний. и не вносите их работами иерусалимскими. Стих 22. И не вносите нож из дома ваших в день субботний и не занимайтесь никакой работой, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим. Это очень нужно, что мы сделали это сегодня, как он заповедал наши предники. Мы открываем сейчас пророк Исаии, глава 58, стих 13. если ти одергаш ногу твоју, ради суботи од исполнение прихотеј твоик во светој ден мој, и будиш назват суботу атроју. Светим ден или светим днев гасподни, што звоем им и поштиш јотием, што не будиш за не мазда обично ме твои делами, што е тоа Не будешь работать, не будешь покупать вещи от магазина, не будешь продавать вещи этот день в магазине, не будешь готовить твои еда этот день, не будешь зажигать огня, где вы будете этот день. Еще раз что не будешь заниматься обычными твоими делами. Поэтому это обычные, потому что это, что мы делаем остальные 6 дней. Или это... Почему обычными? Потому что это, что мы делаем остальные 6 дней. Но это мой день. Нельзя это сделать. Никогда сделать это этот день. Еще раз. Что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать свои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе то будешь иметь радость в Господе. Как? И я возведу тебе на высоте земли и дам вкусит тебе наследие Якова, отца твоего, уста Господни изрекли это. Это значит, что если, если вы будете соблюдать это закон, если вы будете соблюдать этот закон каждую неделю, до когда вы будете умирать, или до когда вы Иисус Христос будет здесь. Вы будете править на все земли. Израиль люди будут править на все земли. Потому что, когда Иисус Христос будет здесь, мы будем править все народы, все земли. Это от Библии. Но не сегодня, мы не будем это читать сегодня. Если вы хотите очень быстро прочитать это, надо прочитать это от пророка Даниил, глава 7, стих 18. Но не сегодня, я об этом не буду разговаривать сегодня. Мы открываем сейчас исход, глава 31, стих 12. Здесь мы узнаем, если это закон навсегда или нет. Мы уже раньше прочитали, где Иисус Христос соблюдал этот день, или наш Бог тоже соблюдал этот день, как священный день. Наш Бог соблюдал это в убитии, глава 2, стих 3. И Иисус Христос Луки, глава 4, стих 16. Сейчас мы открываем. Исход, глава 31, стих 12. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так. Послушайте, послушайте, что он сказал. Он сказал, что скажите сынам Израиль левим так. Он не сказал, скажите все люди это. Скажите китайские люди. Скажите японские люди. Арабские люди. Нет. Он сказал, что скажи сынам Израиль так. Субботы мои соблюдайте. Субботу мои соблюдайте. Ибо это знамение между

Subote mais sobre o deite, e na menia mejdom na you e vami furodi vashe, da bevisnalistoia gaspor, as vexai o shivas, e as vexai shivas, eta on, as vexai, eta nasci book, as vexai, nasci nude, e mi eta zakon. Еще раз. Скажи, сынам Израилевым, так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роде вашей, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Следующий стих. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Этот день должен быть святым для наших людей. Это день не как остальные день. Кто отвернит ее, тот да будет предан смерти. Кто не будет соблюдать эти день, как свет день, будет умирать. Вы будете умирать. У нас сейчас его милость, что мы будем изменить наши злую жизнь что мы будем сделать, что Он заповедал нас. Это наш праведность, когда мы делаем, что Он заповедал нас, как Он заповедал. Это второзаконие, глава 6, стих 25. Там Он сдал нас определение для праведности. Это, наш, это наша праведность, когда мы соблюдаем его законы, как он заповедал нас. Не делайте, что вы хотите. Делайте, что он заповедал, если вы хотите жить, когда он будет здесь. Дальше. Стих 15. Шесть дней пусть делают дела. Это еще раз повторяет. 6 дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, позвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. Значит, что вы будете умирать. Дальше. Стих 16. И пусть хранят сыни Израилеви субботу празднуя субботу в роде своей, как завет вечный. Это вечный завет между нам и нашим высоким Бог. Вы не можете сделать, что вы хотите. Если вы хотите жить навсегда, когда Иисус Христос будет здесь, надо сделать это. Дальше это знамение. Вот посмотри, вот посмотрите здесь. Это знамение между мною и сынами Израилевыми на веки. Еще раз. Это значит, что это закон. Субботний день. Шабаш, священный день,

в шесть сотворил Господь небо и землю, а в день пошел и покоился. Поэтому он этот закон сдал наши люди. Если мы Божьи дети, это очень нужно, что мы делаем, что наши, наш отец делает. Он хочет, что мы будем делать, что он делает. Потому что он наш отец, он наш Бог. Он наш Бог. Сейчас мы открываем книга Матфея. Книга Матфея, глава 5, стих 48. Я сказал, что он наш отец. Если он наш отец, мы должны сделать, что он хочет, что мы будем делать. Он поставил нас пример. Он соблюдал его собственный закон. Если он это сделал, почему мы не это будем сделать сегодня? Да, я знаю, что священники, священники или пасторы в церковь сказали, что это не нужно. Или они, у них собрание вместо воскресения. Но это не правильный день. Это не правильный день. Правильный день это суббота. Правильный день это суббота. Суббота это седьмой день. Не воскресенье. Не воскресенье. Матфея глава 5 стих 48. И так будете совершены, как совершен Отец ваш Небесный. Еще раз. И так будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный. Надо быть совершены, как наш Отец. Если Он соблюдал этот день и сказал, что этот день... Надо отдохнуть. Не надо работать. Не надо зажигать огня. Не надо готовить еда. Не надо продавать или покупать продукты этот день. Значит что? Если вы любите Бога, угадайте, что вы должны сделать этот день, если Он это заповедал. Вы будете сделать это, вы будете соблюдать, что он сказал. Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.